Оборона города строится круговой и может состоять из внешних полос на подступах к городу и внутренних полос обороны, которые создаются на всю глубину города. Количество и начертание внутренних полос обороны определяются прежде всего общей планировкой и размерами города. Передний край первой внутренней полосы обороны подготавливается обычно по окраине города или выносится за его пределы, если к городу примыкают командные высоты или другие выгодные рубежи. Основу каждой внутренней полосы составляют узлы обороны, состоящие из нескольких опорных пунктов. Опорный пункт обычно включает одно или несколько крупных зданий, или 1-2 квартала. В первую очередь приспосабливаются к обороне наиболее прочные здания, расположенные на площадях и на перекрестках улиц. При подготовке здания к обороне окна и двери закладываются кирпичом или мешками с землей. Для возможности гранатометания часть окон закладывается не на полную высоту. Незаделанные проемы закрываются щитами или противогранатными сетками, которые открываются при гранатометании. Устраиваются бойницы и амбразуры для автоматов, пулеметов, огнеметов, орудий и смотровые щели для наблюдателей. Обозначаются ложные амбразуры и тщательно маскируются наиболее важные. Наружные стены и междуэтажные перекрытия усиливаются. Особенно прочно укрепляются нижние этажи и полуподвалы, в которых размещается большая часть сил и средств. Огнеметы, гранатометы и орудия располагаются преимущественно в нижних этажах зданий и в полуподвалах. Пулеметчики и автоматчики могут располагаться на всех этажах здания. Часть пулеметов при необходимости может устанавливаться на чердаках. На чердаках также могут располагаться и минометы. Для связи между этажами используются лестничные клетки и специально проделываются проломы в междуэтажных и чердачных перекрытиях. Проделанным проломом устанавливаются шесты, лестницы и другие приспособления. Подвалы каменных и железобетонных зданий приспосабливаются под укрытие для личного состава. Из укрытий устраиваются запасные выходы и крытые ходы сообщения для выхода при разрушении здания или во время пожара. Потолочные перекрытия подвалов усиливаются установкой дополнительных опор, а для большей устойчивости от воздействия ударной волны и сокращения дозы проникающей радиации укладывается защитный слой грунта. Для борьбы с пожарами подготавливается противопожарный инвентарь. Создаются запасы воды и песка. Все здания, включенные в опорный пункт,
подготавливаются к круговой обороне и соединяются между собой и соседними опорными пунктами траншеями и ходами сообщения. Для предохранения от обломков при обвалах на отдельных участках траншей и ходов сообщения устраиваются перекрытия. Подступы к зданиям прикрываются в большинстве случаев комбинированными заграждениями. В промежутках между опорными пунктами, а также на улицах, строятся баррикады. В баррикадах устраиваются бойницы и пулеметные площадки для обстрела улиц и площадей. Часть стрелковых подразделений и огневых средств может располагаться за каменными заборами или за баррикадами. Огневые позиции для танков подготавливаются в развалинах каменных строений, за каменными заборами, а также во дворах, садах, на бульварах, улицах и площадях. Система огня строится на сочетании огня танков и орудий, установленных для стрельбы прямой наводкой, а также минометов и артиллерии, расположенных на закрытых огневых позициях. Танки и орудия фланговым и перекрестным огнем простреливают подступы к опорным пунктам и улице. Артиллерия с закрытых огневых позиций подготавливает заградительный огонь по перекресткам улиц и другим танкоопасным направлениям и сосредоточенный огонь по местам вероятного скопления противника. Все здания и оборонительные сооружения, включенные в опорный пункт, находятся в огневой связи между собой и соседними опорными пунктами. В каждом опорном пункте огонь организуется в несколько ярусов. Зенитные средства используются для прикрытия отдельных узлов обороны и наиболее важных объектов города, занимая огневые позиции с круговым обстрелом и обеспечивающие возможность ведения огня по наземным целям. В глубине города располагаются резервы и вторые эшелоны. Для маневра войск в баррикадах оставляются проходы, прикрываемые огнем и переносными заграждениями. Используются тоннели метро и другие подземные сооружения. Здания, не приспособленные к обороне, могут минироваться или подготавливаться к взрыву. В комнатах устанавливаются сюрпризы. Развивая наступление, наши войска сходу прорвали внешние полосы обороны и разгромили противника на подступах к городу. Попытки прорвать сходу первую внутреннюю полосу обороны успеха не имели. Охватив город, войска заняли исходное положение для дальнейшего наступления. Thank you.
телевидения помогает командиру вести наблюдение за действиями противника, своих войск и наиболее полно изучать важные объекты обороны города. При наступлении в крупном городе боевые задачи определяются исходя из характера обороны противника, планировки города, его строений и степени их разрушения. Ближайшей задачей полка при наступлении в крупном городе может быть овладение несколькими кварталами. Последующей задачей – выход к важным магистралям города или к его центру. Ближайшей задачей батальона является овладение одним-двумя кварталами. В дальнейшем батальон развивает наступление с целью овладения важными объектами в глубине обороны города. Боевой задачей роты может быть овладение несколькими зданиями или отдельным крупным зданием. Овладение городом осуществляется путем нанесения одновременных ударов на нескольких участках по сходящимся направлениям с целью дробления обороны противника и уничтожения его гарнизона по частям. Нанесение атомных ударов обычно осуществляется в начале артиллерийской и авиационной подготовки. Артиллерия уничтожает и подавляет живую силу, огневые средства и боевую технику противника, разрушает приспособленные к обороне здания и оборонительные сооружения. Бомбардировочная авиация разрушает особо прочные опорные пункты и узлы обороны противника, наносит удары по важнейшим объектам города, уничтожает артиллерию и минометы, подавляет резервы противника и воспрещает их выдвижение к району атомного удара. Истребительная авиация прикрывает наши части и боевые действия бомбардировочной авиации. Командиры наблюдают за результатами атомных ударов и артиллерийской подготовки. О результатах применения атомного оружия и выполнения задач артиллерии каждый командир докладывает непосредственному начальнику. Для задымления наблюдательных и опорных пунктов противника и маскировки действий своих войск могут быть поставлены дымовые завесы. В установленное время пехота и танки стремительно атакуют противника. Врываются на передний край его обороны, уничтожают живую силу, огневые средства и быстро продвигаются вперед.
Уничтожение уцелевших групп противника и его огневых средств в развалинах строений, подвалах и других укрытиях производится назначенными для этого подразделениями, в состав которых обычно включаются огнеметчики. Тактический воздушный десант в городе может высаживаться на участке, подвергшемся нашему атомному удару, с задачей захватить и удержать назначенный район и не допустить закрытия противником бреши, образовавшейся в результате атомного удара. В полосе пролета вертолетов и на участках, примыкающих к ней, а также в районе десантирования, распоряжением старшего начальника осуществляется надежное подавление противника. Личный состав и боевая техника распределяются по вертолетам с учетом построения боевого порядка после высадки в районе десантирования. Наблюдение за результатами огня артиллерии и действиями десантируемых подразделений может осуществляться с использованием телевизионных средств. Десантирование, в зависимости от условий высадки, может осуществляться с посадкой вертолета, с режима висения вертолета в воздухе и с помощью трапа. После высадки десант, не задерживаясь, быстро захватывает назначенный ему район и удерживает его до подхода наступающих войск. Действие воздушного десанта поддерживается артиллерией и авиацией. Батальоны первого эшелона после овладения опорными пунктами и узлами обороны на окраине города безостановочно продолжают движение вперед, стремясь, возможно, скорее прорвать его первую полосу обороны на всю глубину. Пункты, оказывающие упорное сопротивление, подавляются огнем наибольшей плотности.
отдельные опорные пункты могут блокироваться и обходиться. Командир батальона в ходе боя направляет основные усилия на овладение важнейшими объектами, поддерживает огнем артиллерии наступающие роты и развивает их успех вводом второго эшелона. Наступление в городе ведется по садам, бульварам, дворам и вдоль улиц. Для проникновения внутрь квартала в заборах и стенах проделываются проломы. При наступлении вдоль улиц танки могут двигаться по обеим сторонам в боевых порядках пехоты. Взаимная поддержка танков осуществляется ведением огня по зданиям, расположенным на противоположной стороне. Танки могут двигаться также посредине улицы, под прикрытием пехоты, наступающей справа и слева от танков. По широким улицам танки наступают углом вперед, поддерживая друг друга огнем. Заграждения и препятствия, обнаруженные в ходе боя, обходятся. При невозможности обхода артиллерия и танки уничтожают огневые средства противника, прикрывающие заграждения. Пехота обгоняет танки и врывается в здания, примыкающие к заграждениям. Саперы уничтожают заграждения или проделывают в них проходы. Проходы в противотанковых минных заграждениях могут проделываться танками, оснащенными противоминными тралами и удлиненными зарядами, подрываемыми из танков. Танки преодолевают заграждения и совместно с пехотой развивают атаку. Блокированные опорные пункты подавляются огнем артиллерии и танков, поджигаются огнеметными танками и огнеметчиками, а их гарнизоны уничтожаются назначенными для этого подразделениями. Всякий успех должен быть немедленно развит и использован для достижения полного разгрома противника. Для наращивания удара и развития успеха, достигнутого первым эшелоном, обычно после выполнения полком ближайшей задачи вводится в бой второй эшелон полка. Батальон второго эшелона вводится в бой, как правило, в промежуток между батальонами первого эшелона или из-за их флангов. Подход к рубежу ввода в бой совершается в предбоевых порядках. На рубеже ввода в бой
батальон принимает боевой порядок. Ввод в бой второго эшелона поддерживается огнем артиллерии. Отдельные разведывательные дозоры смело проникают в незанятые промежутки и устанавливают характер обороны противника в глубине города. Химики-разведчики определяют наличие радиоактивного заражения и отравляющих веществ. Возможности вести разведку на бронетранспортерах, разведчики продолжают выполнять задачу в пешем строю. Бронетранспортеры располагаются в укрытиях, пулеметчики в готовности поддержать действия разведчиков огнем. Используя результаты разведки, подразделения, назначенные для соединения с тактическим воздушным десантом, стремительно выдвигаются к району его действий. Удерживая захваченный район, воздушный десант воспрещает противнику закрыть брешь, образовавшуюся в результате атомного удара. Решительные действия десанта способствуют расчленению противника и уничтожению его по частям. Атака отдельных объектов обороны ведется усиленными батальонами, ротами и взводами. Батальонам и ротам для придания большей самостоятельности при бою в городе придаются танки, артиллерия и минометы, в том числе артиллерия крупных калибров. Атаке объекта предшествует разведка. Для выявления скрытых подступов к атакуемому объекту, а также огневых средств противника, расположенных на флангах и в глубине, командир роты может выслать отдельный разведывательный дозор. Установив расположение противника, командир роты ставит боевые задачи подчиненным. Исходную позицию для атаки рота занимает в непосредственной близости от противника. Для поддержки атаки часть пулеметов и огнеметов устанавливается в верхних этажах. Командир роты управляет подразделениями по радио, сигналами и через связных. Атака здания подготавливается огнем артиллерии, минометов, танков и стрелкового оружия. Широко применяется огонь орудий всех калибров прямой наводкой. Для устройства пролома в стенах атакуемых зданий могут быть использованы снаряды реактивной артиллерии. Орудия и танки уничтожают противника в зданиях, на
позициях, вынесенных за пределы зданий. Разрушают препятствия и уничтожают танки. Минометы подавляют огневые средства и живую силу противника на чердаках, за заборами и другими укрытиями. Пулеметчики уничтожают огневые средства противника в амбразурах, бойницах, окнах и на чердаках. Огнеметчики выжигают противника. Пехота стремительно атакует здание, врывается в него и уничтожает противника гранатами, огнем в упор и в рукопашной схватке. С началом штурма артиллерия воспрещает подход резервов противника к атакуемым объектам. Часть артиллерии разрушает очередные объекты атаки. Некоторые подразделения с танками обходят здание и атакуют его с тыла. Для проникновения в здание через верхние этажи используются веревки с кошками, водосточные трубы, штурмовые лестницы и другие средства. Захватываются междуэтажные лестницы, входы и выходы из помещений. Командир взвода, ворвавшегося в коридор, оставляет в нем автоматчиков для уничтожения появляющегося противника. Атака нижних этажей здания и полуподвалов может осуществляться через проломы в междуэтажных перекрытиях, устраиваемых с помощью взрывчатых веществ. Действуя быстро и решительно, очищают от противника каждую комнату, коридор, этаж. Ведется до полного уничтожения или пленения противника. С вещами, оставленными в комнатах, следует обращаться осторожно. Противник нередко минирует их и устраивает сюрпризы.
Выполнив поставленную задачу, командир роты немедленно докладывает об этом командиру батальона и по его приказу организует атаку очередного объекта или закрепления захваченного. Каждый старший командир еще в ходе атаки одного объекта подготавливает захват следующего. Чтобы воспрепятствовать развитию наступления, противник может устраивать завалы с помощью фугасов, управляемых по радио. В случае завала улицы подразделения стремятся обойти препятствие. Возможности обхода препятствия организуется его преодоление. Ускорение преодоления препятствий. Часть орудий сопровождения может перебрасываться через них с помощью вертолета. Выхода в тыл атакуемого объекта могут быть использованы подземные сооружения. Возможность выдвижения по ним устанавливается разведкой. За разведкой выдвигается пехота. Thank you.
Выйдя в тыл атакуемого объекта, пехота врывается в здание и уничтожает противника. Внезапное действие тыла способствует быстрому овладению опорным пунктом и уничтожению его гарнизона. Наиболее важные объекты, захваченные в ходе наступления, по приказу старшего командира закрепляются. С целью возвращения потерянных опорных пунктов противник может проводить контратаки. Для отражения контратаки противника командир полка сосредоточивает огонь артиллерии. Выдвигает часть батарей для стрельбы прямой наводкой и развертывает противотанковый резерв. Батальоны, не подвергшиеся контратаке, продолжают стремительно развивать наступление. Атакующие пехоты и танки противника уничтожаются огнем всех средств. Большое значение в борьбе с танками приобретают ручные противотанковые гранатометы. Быстрое согласование действий пехоты, артиллерии и танков является важнейшей обязанностью командира батальона. Неся противнику потери огнем, батальон решительной атакой во фланг и тыл уничтожает контратакующего противника и продолжает наступление. При обнаружении отхода противника немедленно организуется преследование. При развитии наступления форсирование осуществляется, как правило, сходу. Командиры полков и батальонов организуют форсирование еще во время подхода к водной преграде. За водной преградой, проходящей внутри города, обычно подготавливается вторая полоса обороны или промежуточная позиция. С целью обеспечения форсирования сходу по войскам противника наносятся удары авиации и сосредоточивается огонь артиллерии. Заблаговременно
Организуется разведка противника. Водные преграды. И выдвигаются передовые отряды для захвата переправ. Наступающие войска быстро выходят к водной преграде. И форсируют ее. Успех преодоления водных преград сходу во многом зависит от быстроты и внезапности захвата мостов и переправ. Для обеспечения форсирования артиллерия занимает огневые позиции, возможно, ближе к водной преграде. Часть танков и артиллерии, в том числе крупных калибров, выдвигается для стрельбы прямой наводкой. Артиллерия и авиация уничтожают противника и воспрещают подход его резервов к участкам переправ. Саперы подрывают каменную одежду берега. Подготовки спусков в проделанных проломах берега могут быть использованы танки с навесным бульдозерным оборудованием. Пехота на самоходных десантных переправочных средствах выходит на свои участки и сходу переправляется на противоположный берег. Каменные берега набережных без специального их оборудования не позволяют плавающим танкам выйти на противоположный берег. Поэтому первым рейсом обычно переправляются стрелковые подразделения и саперы. Для высадки на высокий берег используются бакры, лестницы и другие средства. Пехота стремительно атакует противника. Саперы подрывают каменные покрытия берега и оборудуют выходы для плавающих танков и места для разгрузки артиллерии. Плавающие танки в этом случае переправляются в составе второго рейса. Саперы собирают паромы и наводят на плавные мосты.
Подготовка ночного наступления производится обычно засветло. В оставшееся светлое время изучаются объекты атаки и подступы к ним. На оружие устанавливаются ночные прицелы. На боевую технику наносятся хорошо видимые в темноте знаки. Атака ночью осуществляется в большинстве случаев после короткого и мощного огневого налета. Внутри здания огонь ведется по вспышкам выстрелов противника. Используется освещение пожаров и осветительные средства. После овладения одними опорными пунктами организуется захват следующих. Зависит от тщательной их организации, от натренированности войск, а также от умелого светового обеспечения. Основные усилия наступающих войск направляются на овладение опорными пунктами и узлами обороны на главных магистралях города. Для продвижения могут использоваться тоннели метро и другие подземные сооружения. Использование подземных сооружений. Противник может подготовить их к взрыву или к затоплению. Для стремительного развития наступления, используя промежутки между объектами обороны противника, пехота может выдвигаться десантом на танках.
обозначенный район. Пехота и танки уничтожают противника и захватывают наиболее важные объекты. Действия наступающих навстречу друг другу войск согласовываются по задачам, времени и рубежам. Войска, соединившись, уничтожают уцелевшие группы противника по частям и выводятся за пределы города. Воины советской армии, помните, что успех боевых действий в городе зависит от умелых, дерзких и решительных действий каждого солдата, отделения, экипажа, расчета и достигается согласованными действиями подразделений всех родов войск. Настойчиво овладевайте приемами и способами ведения боя в городе.